«Вся правда шансона». Шансон ТВ. Здравствуйте, с вами Катя Катушкина и «Вся правда шансона». Совсем скоро на сцене летнего амфитеатра состоится гала-концерт «Шансон ТВ. Все звезды», который пройдет в рамках международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Первый концерт звезд «Шансон ТВ» на «Славянском базаре» в Витебске состоялся в 2008 году. Получается, что предстоящий гала-концерт у нас 10-й по счету, юбилейный. Каждый раз мы стараемся, чтобы наши концерты были для вас наполнены хитами и прекрасными песнями в исполнении любимых артистов. В этом году на легендарную сцену выйдут замечательные исполнители, о которых я расскажу прямо сейчас. Специальные гости и дебютанты «Славянского базара» в Витебске – группа «Джаст» из Италии. Это красивые, талантливые парни Стефано Риччи, Джан Мария Матеини и два брата Андреа и Джорджо Паони. Они создали свой уникальный музыкальный проект – группу «Джаст». Когда ребята узнали, что поедут на наш концерт в качестве специальных гостей, они обрадовались. È stata una gioia incontenibile. Abbiamo comunicato subito ai nostri fan italiani, che ci hanno subito mandato tantissimi messaggi di auguri e di in bocca al lupo. Noi non vediamo l'ora di partecipare a questo festival e soprattutto di esplorare una cultura diversa, ma con la stessa passione con la nostra stessa passione per la musica, che il destino ci porti altre volte in Bielorussia. Ti canterò. На концерте музыканты исполнят две новые песни – «Димми Уомо Димми», «Скажи мне, человек, скажи», которую написали Мауро Паулуцци и Роберто Веккьони, и вторая песня «Коме Сара», «Что будет, то будет», которую создал Роберто Калавали. Ciao a tutti! Ciao! Noi siamo in Just, io sono Andrea, Giorgio, Stefano e Gian Maria. E siamo molto contenti di partecipare al concerto Chanson TV. Vi aspettiamo al Festival Slaviansky Bazar a Vitebsk il 18 luglio alle ore 22 all'Anfiteatro Estivo. Non mancate! В продолжении специального выпуска «Правды шансона» мы рассказываем о легендарном барде. Вся правда шансона. Шансон ТВ.